Всем привет! Тотальный батлический симулятор. Тотально аккуратный батлический симулятор у вас на экранах. Компания, да. Там предлагают создать персонажа. Я не знаю, как это и где делается. Ну, наверное, в мастерской, да? Принесем изменения, вы не делали согласие на использование политической кнопки, чтобы дать согласие, перейти в настройки, игровой процесс, решить использовать. Окей, настройки. А где? Игровой процесс? Где, блядь? Хм. Короче, ладно, это потом разберусь, как это делается. Да, идея прикольная, надо, да, создать своего юнита будет. Вот. Создам кого-нибудь из вас, из самых, самого душного из вас, короче, создам. И буду в самое мясо его отправлять, чтобы его там просто, блядь, ковыряли и ковыряли по-жесткому. По-всячески, во. Бесстрашный страх. Ага, бесстрашный страх. Беспощадный страх. Да, бесстрашный страх намного лучше. Они не умеют придумывать, надо у меня спросить. А что значит тот кубок? Вот этот вот кубочек, что это значит? Вот тут он есть, а тут нету. Типа это я как-то красиво прошел это все? Какую-то, или... Непонятно. Или типа прошел без помощи с это ручек или что? Что это за кубок? Я хочу такие кубки везде. Здрасте, кста. Да я не вижу в них как-то в них сложно. Тем более за 7200 это вообще жесть. Ну. Ну, как бы. Ну да, конечно. Да какой хромодавт? Вот. Потом вот этих вот, да? Два, конечно, но... Тут же никого сверху, да? Нет, да даже сверху никого. У меня еще 800 денег, ничего себе. Можно на дискотеку сходить. Вот так вот нафиг. На корм отдадим. О, сразу же, да? Смотрите, что творят. Смотрите. О, давай, гри. Бля. О, смотрите, да? А там убили, что ли, его? Натуре. А ты не хилил его, что ли? Ты ж хил. Ты забыл, наверное, что он хил, да? А ты что делаешь-то? Так под ноги себе накастую эту штуку, похиль себя. Ты ж умрешь. Ну да, я же говорю, ты умрешь. Я сейчас думаю. Надо поближе его было поставить. Он ему хилку не давал, мне кажется, да? А должен был. План-то такой был. Причем план-то был. Кого, блядь? Идеальный, заметь. Не-не-не-не-не, смотрите, да, что мы сейчас будем творить? Вот так вот, да? А тут агитку сделаем. Агитку, блядь. Куда вот будешь пулять? То есть ты пулять не собираешься, да? Яси уже убили. Вы прикалываетесь? А как так получилось, блядь? Ну-ка. Вон, так слон должен... Во! А, все, понял. А ты там что делаешь вообще? Ты что все время делал это? А, ты... А, он, сука, опять пьяный. Опять пьяные эти, блядь, копьеносцы мерзкие. Да не пройдешь ты. Я в спину вон стреляю, блядь. Я же говорю. Ну это что, пьяный вот этот, да, мерзотный член. Вот этот вот. Ну пьются, сука, потом мне мешают нормально сыграть. Пидоры.
Промазал. Вон, хилься давай. Сейчас-то ты хоть трезвый на этот раз? О, да явно трезвый. Ты спас Вану-то зачем бьешь? Он же твой. Причем твой и друг еще к тому же. Убил своего друга. Слона, слоняло. Сейчас вам копье прилетит. Прилетит? Ну да, прилетело. Не-не-не, хочу глянуть. Да, вот этого дали мне кубок? Нет, нет. А да, дали кубок, возможно. А тут сейчас нет кубков. Что? Что тут кубок значит? Не хочу я второй раз это играть. Не знаю. А там были... Ой, кактусы. Ой, забанят опять видео, блядь. Ограничения вляпают, ну. Да почти что то же самое, что забанят, блин. Вообще никому показывать его не будет рекомендации. Пока сами не найдете. Ну все, и все из-за кактусов, да. Насилие, разврат. Садомия. Окей. Че, можете? До хера, говорит, че можем. Вот че умеем, другой вопрос. А можем до хера че? Ну да. Вот так вот, да? Ну вот, да, давайте. Ты, блядь, ты не... Паладин, не опережай их. Они, чтобы сдержать первую волну урона. Да-да-да. План именно такой. А вот теперь, да, теперь они, смотрите, они соединили, сейчас эти красивые им пропишут. Смотрите, смотрите, да, бах-бабах, сука. Вы там слышали слово «красиво» должно было быть? Ну, что вы там слышали? Давайте двух доблестных паладинов сделаем. И 200 денег еще, вот сюда его поставим. Пока он дойдет, может победит. Но эти такие же, как бы, ребятки. Вот эти вот, как и мои вот. Да, бля. О, ты нормально пришел, да? Только пришел и умер зачем-то. Ну, понятно, как бы, все понятно. Судья, вас должно быть, оказывается, 3 штуки. Я-то думал, что вас должно быть 2 штуки, но нет, вас должно быть 3 штуки. Почему? Ну, допустим, да. Ты там поживи еще чуть-чуть, и мы сейчас победим, смотри. Я ж говорю, блядь. Не, не победим. Побеждаем, да, нихера себе. Я ж говорю, 3 должно быть судьи. 2 судьи не могли их отсудить, а 3 судьи сразу их засудили. Ну. Вот так вот, парни, блядь, пойдете против... Против закона не попрешь, но судьи вас порешают. Короче, что мы имеем? Какая-то мысль в голове такая интересная возникла, а потом пропала. Не успел ей воспользоваться. Но мысль была 100% интересная. Вот эти вот чувачелосы, они как бы могут уворачиваться. И это как бы жестко. Они раздавят любого, на мой взгляд. Им похуй. Может, впервые, бля, священный слон зарешает? Вот кого? Вот так вот, да? Что, слон, все, пизда? Реально, вы убили слона, блядь. Я поражен, вот реально. Охуй. Я в бахере просто от слона. Хоть бы разок бы попробовал нормально отыграть.
О, слон жив. Не, мертв. Да, понятное дело, да. Что еще нужно? Одного судью взять. И паладинов, конечно же. Ебать, его сразу видели, видели, видели? Его сразу скинуло, блядь. Не, ну слон, понятное дело, да. Так, и 400 денег еще. Вот эти первые на себя примут удар. Судьбы. Во, бля. Блядь, ну почему? А, использую местность. Ну, все это понятно, конечно, да. Поров нет. Просто... Нам нужно как бы, чтобы кони первые сдохли, а потом уже это, все остальные подойдут и сдохнут. Вот. Да, кони, смотрите, ускоряются, такие бегут, мы ща вам пизды дадим. А мы такие, ага-га-га-га-га-га. И вот, да, и по жопе им надаем. Во! О, бля! Ха-ха-ха-ха! Да вы так быстро увор... Во! 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 О! Что это у меня тут висит такое, блядь? Висяк! Чё? О, тап. Скоро закончится, да? Это эпопея. Так. А, это последняя карта. Или как? Почему она последняя? Не понял. О, боксеры. Здрасте. Гэндальф. И Гарри Поттер. Смешная шутка. Тем, кому за 300, но... Так, ладно. Что тут можно с вами сделать-то такое сильное, чтобы вы вообще вот верещали? От того ужаса, который сейчас я вам с вами совторю. Шатворю ужас. Вообще, в целом, нужно делать вот этих вот ребят. Ага. Это вот 100%. Одного судью можно взять. Всегда пригодится. И вот пятерочку таких вот ребятишек. Вот так вот, да. О, блядь. Не, не во. Да во же должно было быть. Во, я ж говорю, во, блядь. Гэндальфы, они, конечно, сильно бьют. Но они по одному бьют. А пока они всех там пробьют, у меня вон еще судья как бы. О, судья как бы зашел. О, красотень, ну. Пришел, увидел, победил, все верно. Еще что ли будет? Я думал, конечно. Вау, еще и два фараона. 10 тысяч денег, охренеть. Бля, ну танки ворвутся, убьют всех. Бля, ну сразу пизда священным слонам, значит нужно делать кого? Все правильно. Вот так вот. И вот так вот. Потом по одному божественному судье. Чтобы может... А, все что ли? Ну ладно, давайте. Ужас. Так метните вы. О, я же сказал сразу нахрен. Сейчас смотрите, да. Четыре лица срезано нахрен. Вон там дальше еще одно. А, эти уже. Эти просто разворачиваются. Убили, да, тут всех. А там хроносы. Блять, ничего себе. О, блять.
Вы же не попадаете по нему, да? Вы же тупите, а он на вас залез, да? Да, смотрите, реально. Ну, понятное дело, блядь. Нихуя, да, его выстегнули вот этого вот. С одного удара. Вы должны были... А, ну вы просто не должны быть так далеко. Точно. Логично же. Вы пока дошли в эту банду, блядь. Все уже произошло. Ну-ка, давайте еще раз смотрим. А идея была, что ты в танк это зарубишь. Но нет. Так, там один остался жив. Хорошо. Ну, сейчас его танк задавит. О, ты успел на него всувать на него? Ничего себе, какой ты молодец. Умер потом, правда, ну уже. Да то есть, блядь. Ну, во-первых, ты должен быть по-любому вот здесь. Ты, короче, должен быть по-любому вот здесь. Ты тоже должен быть вот здесь. Ты должен быть вот здесь. Что они в танк успеют зарядить. Охуеть просто, да, видели? Выстрел и нету нахуй. Вот ты был и вот тебя не стало, да. А так? Все равно, да? Угу. Тогда получается вот так вот надо делать. Да? Где ты там? Вот так вот, да. И одного Хроноса-то все равно надо, блядь. Ну, давайте смотреть, что получится. Их сразу копьеносцы убили, да? Ебануться, блядь. А ты не убьешь. Попробуешь убить, но нет, не убьешь. Ну да, я же говорю, нет. Ну да, тут как бы вот это то, что копьенос это быстро убивает, это тупо, да. Ну, не тупо имеется в виду, в этой тактике это глупо, да. А у меня нет ни одного... Уйди. Хуя себе, блядь. Угу. Не, ну паладины-то должны быть по-любому. Чтобы в них хотя бы выстрелили. Хотя зачем паладинов делать для этого, да? Ведь нужно вот таких вот делать. Вот, чтобы танки в них, короче, пульнули. А паладинов нужно сделать, чтобы... В них сагрились, да. Вот так вот, да? Давайте попробуем вот так вот. Почему, блядь, кого вы агритесь? Вы прикалываетесь, реально? Нихуя там, да, вот и там, короче. Не, ну это бред. Вот, у них, смотри, перед ними, да, стоят, они вот в этих поехали. Это как вообще? Ну-ка, так же сделайте. Да, все равно так делают, но... Ну это бред, да, конечно. Самое тупое, что могло произойти, блядь. Вот так вот, да. Трешечку сюда сделаем. Потом да, вот тебя. Понятное дело, что вас по две штуки сделаем. Не, надо больше их делать. Чтобы эти копья на них, если что, сливали. Угу. Сюда мы сделаем тоже одного этого. Трешечку такую, да. Еще воинов этих света сделаем. Воинов светы. Вот так вот, давайте. О, теперь на них поехали. И на них все скастовали.
Во! Один танк как-то пытаемся сдерживать. Ну, блять, он нихуя уешит, это просто жесть, конечно. Он все еще жив, охренеть можно, блядь. О, один танк развалили. Ну, есть шанс другой развалить. Сейчас, правда, что это там такое летает, блядь? Ты что такое вообще? Интересно, блядь. Не-не, ну, блядь, в упор просто. Ну, это уже лучше, да, это уже что-то. Что-то с чем-то, значит, нужно... Судью сюда отрядить. И этих... Вот сюда. Угу. Давайте, давайте, давайте. Один танк хотя бы. Отлично. Давай. О! Сейчас вот эти вот пульнут. О, давай, застопай его. Да не дать задавить-то их. Успел. Хоть какой-то прокастик дали. Блять, реально, да? Тут... А, да неужели? Гуд. Да, конечно, гуд, но... Еще бы не гуд, блять. Еще какой гуд. О, тактики, стратегии. Все верно, да? Тактика, галактика, блин. Красота. Люблю, когда красиво. Компания за добро. Отлично. Спасибо, что прошли компанию за добро. Да, бро. Спасибо, бро. Ты прошел за добро. Недобрая. Чё? Сказка, да, все верно. Внезапные лезвия. И это... И потом симуляция? Или приключение и испытание? Вот этого я не понял. Ну... Угу. Потом, короче, потом. Компания, да. Недобрая. Я не помню такое. Мне даже написали, да? Да, где прячет... Да, да, где тут секретный юнит? Ну, я, естественно, я забыл. Ну, то есть, естественно, я не запоминал. Думал, когда ж я там ощутюсь? Тогда и прочитаю этот комментарий еще раз. А вот второй раз прочитать его я уже забыл. Нихуя себе, блядь, у вас на головах булавы. Вау. Это, блядь, да? Подрывник? Не, смотрите, он с какими-то ручками. Ничего себе. Блин, зло прикольно. Смотрите, да? Реально, парни вообще молодцы, бля. Вот так вот. Да? Как-нибудь. Ладно. Потом. Где? На какой-нибудь наверху, да, где-то должно быть. Сам... Во, смотрите, да? Точняк. Все, все секретные юниты. Секрет. Секретный агент я, значит, да? Адский кнут. Адский сатана. Все. У меня все открыто, да. Угу. Кроме да, это зла. Горло болит. Из этого долбанного ковида, короче. Я переболел ковидом, да? Да. Да. Ну, где-то с полгодика назад. Не, больше. Где-то месяцев. Ну, сюда детям 8 месяцев. Они еще до рождения детей было. Где-то 10 месяцев назад. И я не могу. Я каждый месяц болею чем-нибудь. У меня что-то... Мне никогда такого раньше не было, блядь. Долбанный ковид вообще. Постоянно теперь болею. Постоянно горло болит. Все, пожаловался, легче стало. Полегчало сразу же. Что делаем-то? Парни, ну против злой сказки надо доброй сказкой играть. Это же логично, да? А где? Не понял. Еще раз. Ферме. Нихера себе. У меня нет доброй сказки. Адский кнут я могу пользовать. Прикольно. А ты чё? 80. Ну, давайте глянем, что они могут. Вот так вот, да? Ну, и конечно же, да-да-да. Детишек с собой возьмем. Ой, ни хрена себе. Ой, кнул опять, блин, а. Ой, да уж. Их можно ойкнуть два раза, да?
Уже обращать внимание на это не надо. Меня не исправит, я неисправим. Ни хрена вы там кнутами своими машете. А. Вау. Вау. А кто это прыгнул за спину? Это вот эти, да? Вот вон те, которые в жопе были. Прикольно, кстати, да? Это прям даже круче этих, да? Каких? Берсерков. Они сразу за спину прыгают. Ну, они ни одного моего этого не убили, что ли? Кнута? Хрена себе. Не, ну мы не будем... Мы хотели попробовать, что они могут. Но они что-то сильно что-то могут, да? Прям могут-могут. Без Б вообще. Так, вы бомбы. Вы кто? Вы что-то интересное. А вы? А, ну вы те же самые, да-да-да. Ну, окей. 3000 денег. А сколько дерево стоило, кстати? Я хотел глянуть его. Да какой супербоксер, блядь? Мне дерево нужно. Не, дерево, говорю. Во, 4. Пирося. Уль. Уль? А, помню тебя, да-да-да, вспомнил. Ну ладно, давайте обычными мопцами их побеждать. Давно мамонтов, да, не вызывали погулять. Точняк. Он дорого стоит, мало денег. Давайте что-нибудь такое более практичное. Хвача. Блин, кем бьешь? Ты ж надоели все просто. О, алебардист, блядь. Каждому по алебардисту, да? Да-да-да. Вот так вот. И еще одного алебардиста сюда. Поехали. Сейчас, да? Своим же в спину, да, нахерачит? Ой, что ты там такое мутили? Да опять ойкаю, блядь. Вау. Вау. Нихера непонятно, но очень эффектно. Эти поливают, да, какой-то каким-то огнем. Адским огнем. Понятно. Не, ну, ты как бы идешь сюда? Да-да-да, тебя сейчас поливать будут. А вы как бы вот сюда, вот, да, вот так вот. Верно. Давай-давай-давай, хулякайте там. О, нихера себе, ты где, блядь? Ну ты молодец, молодец. За руку, блядь. Пустите, пидорасы. А, это типа что-то по... Или ничего себе. Это гравитация, да? Да, мы все равно победим. Я лечу. А это кто кастует-то? Вот эти, да? Ну да, наверное. Похоже на них. Не, не победим. А то есть, а кто там умер? Ты спрыгнул, что ли? Ты дурак. Если ты это сделал, то ты дебил. Ладно. Повеселились и хватит. Орлиный глаз. Один, что ли? Бля, не хватает. А вы победите? Вот вам. Вам детей еще, если что. Где дети? Дети. А, дети здесь. Вот. Помощь вам. Вот так вот, да. Ты куда пошел? Чего я нажал? Ты куда стреляешь, блин, дура? Да куда ты стреляешь-то вообще, дура? Реально. О, один выстрел, один труп. Ты там стрелять-то будешь, а? Хуя вы броневые. О, горит, блядь. Он, кстати, копье все еще держит, значит, он жив. Видели, да? Пол черепа ему срезал, бля. Уронил топор такой. Держи мой подарок. Так. Помымаемо. О, мы вас знаем. Ни хрена себе. Вот так вот вы, да, значит?
Они как бы сильные оказались, если что. Эти прыгают за спину, понятненько. Эти тоже. Угу. То есть им вообще насрать, где, да, стоять? Они просто прыгают за спину и все. И вот эти вот гравитационные... Угу. А прыгают они за дальним или за ближним? Ну, сейчас вот и узнаем, да? За дальним или за ближним? Ближний свет или дальний? 2500! Ой, блядь. Победи, говорит. На тебе 2500. Я верю в тебя, ты сможешь, блядь. За 2500 я в себя не верю. Хоть вы, может, в меня и верите. А ну-ка. Да, им похуй, да, смотрите. Они просто берут и просто прыгают. На похуй, да? Жесткие вы, жесткие, конечно. Ну? Ну, понятно, эти плетками отхлестали их. Ну, мы хоть поняли, да, как это работает. Ну, я думаю, что вы броневые, что пиздец, да, вот. Дайте посмотреть на вас. Ну, щит имеется, значит, нет. Все-таки не так все печально. Ладно, да F-ку. Вампирам надо кого-то еще. Я. Ну-ка, а вы как прыгнете? А, вы, да, вы в самых дальних прыгаете, понятно. Не, далеко слишком, да? Пока он долетит, дойдет, там уже всех убьют, блядь. О, вы его уронили? Нет, да? Жаль. А, не, уронили. Давай, затыкай его, давай, давай, давай. Мало. Сука. То есть, у них одинаковый рейндж, да, как я понимаю? А ты что, броневой или что? Почему тебя 4 меча не убило? 5 мечей. Хрена себе. Вампиры так красиво сыграли просто. А вы так обосрались. Товарищ. А кто у нас есть то же самое делает? Маг же, ёпта. А. Все равно маг. Гэндальф. Косарь 200 стоит. Ну давайте попробуем. Убили, да, одного вампира. Двух вампирчиков убили. Ой, трех, четырех убили. Но это Гэндальф убил на самом деле-то. Не, хуйня. Да. И Гэндальф вообще не очень на самом-то деле. А вот вампирчиков то, что убили, это не очень тоже. Очень, не очень. Вампирчиков надо больше. Надо кого-то сильного, кто сможет его раз на раз замахать. На косарь. Баллиста может, кстати, да? Она нихуя издалека пиздярит. И мы еще даже одного вампирчика можем сделать. Офигенно, смотрите. Правда, она пока развернется. То есть, блять, вы убили? И в кого копье прилетело? Чё-то я не рубанул, блять. Ну пуляй давай. Ну да, убивает, только надо это. Тебя, конечно, ставить не здесь. Ясен перец. Где ты? Кстати. Не, она косарь стоит, да. Так где ты? Так где ты? Я забыл. Во, баллиста. Вот тут надо это делать. Как они так? Да. Бля, ебать ты дура, баллиста, вообще. Нихуя, двойное проникновение, видали, да?
Обосраться можно просто вообще. Гениальный был сейчас выстрел. От баллисты, да? Да, понятное дело, но... Ты не можешь оттуда стрелять. Самому, короче, да, взять ее в руки, блядь. То есть промазала, блядь. Да-да-да, давай, иди. Понятно дело, да, да, да. Да я хер знаю, как их по-другому побеждать, если честно. Ну, теоретически можно через дуэлянта было. Дуэлянт так-то дамажит и уворачивается, да? 2500 это вообще мало. Он бы, да, он бы тех бы раздавить помог бы, и вампирчиков бы больше выжило. Бля, тут просто интересно вдруг стало. Зачем я... Нет, подождите. Зачем пытаюсь еще раз пройти? Ну, мне интересно. Мог бы я. Опять да дали, кстати, видели кубок? По красоте, видимо, прошел. Так, вот. Дуэлян, косарь 200 стоит. И вампирчики. Где-де-де? Вампирюсики. Вампирясики. Вот тут вот они. Вот так вот, да? И двух детей сделаем, да, еще, чтобы, если что. Ну, типа тоже, да? Во! Нихуя себе, блядь. Ты там помочь им должен был, нет? Разве не такой план был у нас? Даже двое детей выжило, ни хрена себе. Давай, давай, давай. А, не, они ни хера не выжили. Ну, не, да. Ну, можно как-то обыграть, наверное. Будь он поближе, возможно, да? Он бы раньше бы подошел и начал бы бомбить в них. Типа такого. А, он сам идет, да? Это бред какой-то, блядь. Да, он даже убить не смог этого, одного. Ни хрена. Ну не, это херня, да. Баллиста, да, должна была быть. Если... Ты кто такой-то, эй? Эй, ты кто, блядь? Какой ты опасный-то, а? Смотрите, да? Потом время-то, у, много еще. Опасно, опасно, да. Опасно, опасно. Ой, как опасно, опасно. Кстати, сильный, у них тут гравитационное поле, жесть какое. Я буду по-любому его юзать, у меня это все работать не будет. Ну вот у них это все работает. Это какой-то сильный, да? Какой-то супердемон там, вот это вот. Ну давайте, супердемону. Значит, супер. Где там у нас этот секретный-то супер-юнит? М? Вот ты. Вот так вот тебя сделаем, да? Кстати, давайте, надо будет потом попользовать их, да? Вот так вот, да? И ведьма, бля, ты столько еще можно пользовать и пользовать, да? Кактусы. Нет. Да, конечно, вот этих вот надо делать. 140 еще, ничего себе. То можно на 140 взять. Я знаю, что можно на 140 взять. Вот так вот, ну. Бля. Что там происходит? А вы... Хуя ты там нарезатель. 4000. Не, ну понятное дело, что это была тупость. Во-первых, солярки должны как минимум быть это сверху. Солярки любят сверху. Они меня просили, чтобы я всегда их делал сверху. Пусть будут сверху. Да? Вот так вот.
Ну-ка. Блять, они только нихуя не попадают. Одно обидно. Он еще и упал. Да ты попадать-то будешь. Он сейчас по нему попадут. Ладно, это бред полный. Ледяной маг, ну-ка. Давайте просто глянем, что они смогут. Интересно же. 900 денег осталось. А, бычков им сделаем. 10 штучек. Ну-ка. Хуяне, да, замораживают, реально. И чё толку, кстати? Ну, заморозили, блядь. Они ж не убивают, просто замораживают. А, нет, убивают. Прикольно. Не, ну да, смотри, да. Бля, жаль. Вы все еще его не убили? Блять. О, убили. 2-2. Ну понятно, кто победит. Один остался. А, нет, просто медленно идет, этот быстро ходит. Быстроход. А его можно заморозить? Можно, нихуя себе. Но он быстро размораживается. И уворачивается еще, да, заметили? Сейчас он даже, да, вперед сделает. А че ты не упал-то? Кстати, блять. Красиво было бы. Он сильный, да, мы поняли. Че, блядь, не понять-то? Все понятно, но... Так. Но... Вот этих не нужны. Это понятное дело. Они сразу же, да, от говна какого-то там дохнут. Нам нужно делать по-другому чуть-чуть. Я бы сделал... Ну, может быть, вот так вот попробовал бы. Хотя это тоже тупо. Ну, тем не менее, хоть что-то. А, да, и где дети, вот. Вот так вот. Повсюду просто делаем их, да? Чтобы они разошлись там, как в море корабли. Расходятся в тумане маяком они, да-да-да. Не надо, живи. Тут не было плана, что вы убиваете их на возвышенности. Точно помню такого, блядь. О, у меня даже дети, смотрите, живы остались. Хуя себе дети, блядь. А ты куда идешь-то? Он жив, что ли? О, дамага по... Ой, так вы ни хрена себе. Ой, опять ойкнул, блядь. Заебало ойкать. Че, какая-нибудь в дырки упадите. А-ха-ха, дети! Просто взяли его и ценой своей жизни. Вот это понимание, как бы, вот это понимание. Они знают, что силой его не возьмут. Взяли хитростью, блядь. Они не проиграли. Хоть и умерли, но... Они все равно победили. Они молодцы. Вот это я понимаю, самоотверженность, да? Самопожертвование. Оу, еба. Ты хуиз, блядь. Ты хочешь моей тактикой, да, воспользоваться? У тебя из башки тентакли торчат. Каким-то хентаем попахивает. Тоже, да? А вот эти, да, ага. Ой, так, бля, а сколько денег? Да F-ка же. 5 косарей, да... Вообще, вот чекайте, смотрите, сейчас будет такая красота, вот, блядь. Вы такой красоты никогда не видели. Обед!
Они там сейчас обосрутся, пока пойдут, пока что, да, мы так опачки, да, и уже кушаем, блядь. Вовсю. Нихуя. Слэш. Красота должна была быть. Это у вас такая жесткая вот эта ауешка, реально? Хера себе, блядь. Мощно, мощно. Вот так вот, да? Ну да. И 800 денег. Шут, наставник, узник, чокана, палач. А давайте двух палачей еще возьмем. Ну и детей, детей надо брать 100%. Ого! А вы что, хоть кого-то там стрельнули? Смогли хоть что-то? А, вот что их убило-то всех. Это магических вот этих пидорасиков, да, штука. Давайте успевайте. Один, да, сейчас может подконтролить его. Ни хрена себе. О, давай, ты последний. Ага, кушай. Один выжил вампирчик, да? Один смог. Вот эти вот глазики, блядь. Орлины. Вообще, да, ничего не сделали. Хотя, может, пара скута, да, стрельнули, поэтому их так быстро вампирчик и убил. Возможно, кстати. У них там вообще писюленько хп оставалось. Вы все еще против меня? А когда я буду за вас играть? В следующей серии, я подозреваю, да? Ну окей. Ой, ебать, это вот... Вот эти, да, вот с гравит... Ой, ёшкин ты, охуёшкин. И вот так вот еще, ех. Ех. И я вот в центре должен быть, понятно. А тут-то вот это вот, да? Угу, угу. А тут еще и вон оно что, да? Угу. Интересно. И что делать? Что уже делать, как же быть? Не могу его забыть. Вы насколько далеко стреляете, интересно мне понять. Нет, эти-то понятно, насколько. Насколько вот эти далеко стреляют. Они достанут до них? Если достанут, то на это, блядь. Идея, считай, можно как бы... А, там же еще... А, сейчас мы их... Да-да-да, мы их встретим, конечно, да. Мы их встретим... Чем? Угу. Кто же их побьет, блядь? Кто же будет тот смельчак? 2700 у нас есть. Рапторы, нихуя себе. Не могу. А-а-а, вон она в чем косяк-то. Все, понял, я ж ограничен. Да, еще по чеканав туда сделаем. И... Бомбометатели. Вот, интересно. Детей надо делать, конечно, потому что еще же, да? Вот интересно, куда они сагрятся, на кого? Такие, на кого они сагрились, я так и не понял, блядь. А, вот они. Блядь, вы двое сдохли? Затыкайте его, да, вдвоем. На туре, смотрите, блядь. Двойное проникновение. И куда вы? А, к магам, блядь. Ой, не победишь ты. Он, да, у него быстрее, да, радиус больше намного. Они даже, смотри, стоят и ждут их. А что за бред? Catch me, блядь. Не понял, вы дебилы? Ну, дебилы, да. Зло оно такое, как бы. Оно коварное. Оно сильное, но оно глупое. Согласитесь. Как и добро, в принципе. Бесхитростное, тоже глупое.
Все они глупые. А, все еще нет. Я думал, мне сейчас дадут уже. Вот мне даже ачивку дали какую-то, блядь. Думаю, о, ачивка. И когда мне дадут поиграть? Ну вот тут уже, да. У нас усадьбы. Нет, это значит... Не-не, еще рано, да, еще не дадут. Еще три катки как минимум будет. А ачивку-то мне за что тогда дали? За красивые глазки. Ну, они, конечно, красивые, споров нет. Так, вы такие вот, да, ребятки? Вот эти прыгнут, да. Ага, эти прыгнут. Эти не прыгнут. Ну, смотрите, 6200 у нас есть, да? Мы делаем по орлиному глазу вот здесь вот. И они падают и дохнут. Но это делают, надеюсь, хотя бы красиво, блядь. Потом мы делаем... Вот тут по вампирчиков, да, вот такую, чтобы эти пидорасы прыгнули, да, они их скушали и полетели там своими делами заниматься. Ну. И кто вообще, кстати? А, ты вот из этих вот, да? Угу, из сильных, понятно. По центру такой, я один, выходите, да, наебать нас хочет. А тут-то как бы целая банда ждет уже, блядь. Чтоб ворваться и нас уничтожить. По-любому такие есть, но... 2400 у нас еще. Надо что-то сильное делать. Ну, не, даже не сильное, а это, как это сказать-то? Интересно, успеют они скастовать? Просто интересно. Давайте посмотрим. Если успеет, то это... О, успевает, нихуя себе. А эти, кстати, да. А, нет, смотри, это все еще. Хуя себе, блядь. Это жив. Это тоже. Ненадолго, правда. А, вон та. Давай, успеешь, нет, еще прокастовать. Нет, ты нет. Ты умрешь. Понятно. А ты, кстати, а ты успеешь. О, мага убили. Вы них. Ты молодец, красавица. О, ты успел захерачить. Нихера себе. А вы что там делаете, блядь? А, вы к ней шли. Блядь, ну да успей ты закастуй. Не успел, жалко. И кто остался? О, ты остался. И... Ага, ну да, в принципе. Убиваемо все. Ты сейчас убьешь его, да? Ага, молодчинка. А ты сейчас пойдешь тех убьешь, да? Да, 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 нихера себе. Победа, да, идет? Ну, если сейчас они не упадут в дырки, конечно. Что? Идеальная тактика, ну. Все верно. У нас тут только идеальные тактики. Опять, да, на пятачке зажали. Ой, раз. Ого, два, блядь. Там еще три, наверное, блядь. И там их штук пять, не? Нет. Будут прыгать за спину. Ты, ого, ты, ого, а тут нет магов. Почему нет магов? Не взяли, я всех магов у вас убил, что ли? Не осталось магов? Бля, сочувствую. В целом-то. 8800! А, ну тут два вот этих, вот, да. Понятное дело, блядь. Давно, да, мамонтов не вызывали, блядь. Так. Что делать-то? Блин, что-нибудь надо было тут, да? Я хотел дерево же, да, попробовать? 4400. То есть... О, гигантское дерево. Че? Гигант с деревом. Да какая разница? Бах! Вот сюда сначала пошел, подгон. Нет, да, не пойду, пойду туда. Ну и что, мамонт сможет? Блять. Давай, дерево. Убили мамонта. Керасия. Вау! Вау, просто.
А ты там все еще жив. Вот только сейчас тебя убили. Причем ты убил главного. Ну, походу, не убил, что-нибудь столкнул, наверное, да? Ну-ка, где-нибудь есть труп? Ножи валяются? Да что такое? Это бластер. Бластер. Ты все еще его убить не можешь. Тебе там вон сейчас еще идут, чтобы бить их. Ты раком перед ним не стой, дурак, блядь. Сука. Воу. Сыграл им в боулинг. Вот так вот, но. Да не, походу, не победит, да? Он, понятное дело, не победит. Он к ним жопой поворачивается. Еще и раком встает. Они сейчас тебе это... Любить тебя будут. Красавчик. Видали, что он сделал? Лежа говорит, блядь. Вставай, давай, дерись как мужик. Да так победят. Да не могу, говорит, горю я. Да я тоже горю, когда это вижу, блядь. Что ты творишь вообще? Да ты не попадаешь. Да ты... Да ты дурак, блядь. Да ты встань, раком-то не стой. Вот. Че ты, зачем ты хочешь на него лечь? Хочешь с ним возлежать, что ли? Ты еще... Кто там жив остался? А. Он, короче, сражался, да, все время, блядь. А мысли у него были в другом месте. А думал он о прекрасном, там, знаете, о полетах. Конечно, у меня дерево в руках. Хорошо бы, если бы я умел бы летать. И, да, в другом мире, говорит, на. А, ну или стихи сочинял. Что тоже может быть, ну, поэт. Поэт в деле. Пойдет, ну. Что там? Ой, заканчивать будем. Да опять ойкать. Дай уже все насрать. Буду ойкать. Мне насрать. Я буду ойкать. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. До встречи в следующей серии. Да, да. Что-то я говорю. Удачи. Ой. Ой, удачи.